Первое, с настройками я достаточно быстро разобралась. То есть, ну, мне показалось, они простые. Конечно, там было куча кнопок, на которые я так и не нажала, такие как там FN1, FN2, FN3, но все нужные параметры, которые там мне были нужны, это там диафрагма, выдержка, ISO, я установила. Вот. Ну, я не первый раз снимаю на этой камере, и в который раз, не знаю, может быть, не хочу сразу сказать что-то плохое, ну, что это относится к камере, да, может быть, это относится ко мне, но я никак не могу привыкнуть к ее управлению. И мне оно кажется уже долгое время достаточно неудобным. Еще я не очень хорошо, ну, я начала снимать, еще я не очень хорошо понимала, как работает фокус, вот, как мне сказал... Да, как мне сказали вы, как мне сказал Сергей Щербаков, нужно нажимать на то место пальцем, где должен быть фокус, и вроде как он должен быть там. Ну, я не совсем поняла, как это все работает. Я нажимала, не знала, была ли какая-то отдача у Panasonic, но в целом мне показалось, что он... У него получалось держать в фокусе то, что мне было нужно. И я не испытывала таких больших проблем. Во всяком случае, это было легче, чем на моем 650-м, где я, ну, фокусируюсь вообще всегда вручную. Следующий момент – это фокус. Конечно, тут пришлось крутить его вручную. Вообще, мне нравится крутить фокус вручную. Вот не могу сказать, что это для меня большая такая проблема. Хотя иногда, действительно, иногда вот автофокусировка может быть очень-очень нужна.